Был такой, то есть я думаю, в какой-то степени и на сегодняшний день молодые люди охотно идут учиться, скажем, public administration, business administration, правосудие, то есть такие так называемые мягкие специальности. Изначально это воспринималось довольно болезненно, скажем, в обществе мне кажется, что в какой-то степени эти аллергии чуть-чуть уменьшились. То есть, с одной стороны, да, мы не были привыкнуты, то есть нам было очень странно, или многим людям было странно увидеть такую пропорцию, что скажем, 30-35% студентов учатся по социальным наукам, вот так называемым мягким специальностям. С другой стороны, говорят, а покажите нам выпускников, которые были бы безработные, то есть они как так или иначе нашли свое место.